Международный турнир по самбо памяти героя Советского Союза Константина Кочиева прошел в поселке Дзау. Спортивное мероприятие уже стало традиционным и проходит ежегодно. Организатором турнира является директор детско-юношеской спортивной школы борьбы поселка Дзау Тамерлан Кочиев. За призовые места в этом году боролись около 100 спортсменов. Ежегодно гостями турнира становятся самбисты из Северной Осетии. Старший тренер Алан Кузаев отметил, что всегда с удовольствием приезжает со своими воспитанниками в Южную Осетию. Ну, на этот турнир мы приезжаем уже шестой раз. Со дня его, с первых его соревнований, как только он начал проводиться, проводит его Кочиев Тамерлан Кириллович. Дай Бог ему здоровья, что помнит об этом турнире, помнит этого человека, организовывает его и проводит его на хорошем уровне. Мы, естественно, всячески ему помогаем в организационных моментах. Ну, сегодня мы привезли около 18 спортсменов. В этот раз у нас не столько, как обычно. Обычно мы приезжаем побольше, потому что экзамены и все такое. Все схватки получились зрелищными. Как и принято в спорте, эмоции, переживания, слезы победы, поражений. Более 3 часов юные самбисты боролись и показали хорошую подготовку. Победители определились во всех весовых категориях. Самбист из Ленингорского района Дзамбулат Гуцаев начал заниматься этим видом спорта 3 года назад и уже добился значительных успехов. И сегодня упорство и мастерство позволили ему стать победителем в весовой категории 62 килограмма. Соревнования способствуют повышению спортивного мастерства ребят, налаживанию и укреплению дружественных связей между спортсменами. Стелла Бязарова, Азамат Кудзе, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня.